Всем привет! Сегодня мы посещаем одно очень интересное заведение в нашем городе. Это квест-комната под названием Lost. И мы будем участвовать в двух квестах. Один под названием Пила и второй Побег из психушки, да, или психбольница. Да. Сейчас нам расскажут условия. У нас похитил маньяк Пила. Он известен как злой гений, который давал людям выбор, жить или умереть. В общем, вам нужно за 60 минут попытаться выбраться из этой комнаты, иначе пила сделает фарш из вас. Сделает свой выбор. В общем, будем решать эти задачи, трудные или нетрудные. Ребята, мы команда. Мы справимся. Я сейчас думаю, что зря вообще меня позвали, да, потому что... Нет, я что-то как-то это задумала. Очкуем мы. Офигеть! Чего? Они прям такое. Мне больно тихо. Руку. Да, ну и страшно. Пощупайте. Что хотел, тебя маньяк похитил. Ой, ребята, фу, я нашла палец. Каким образом? Опа, есть. У-ху! Кто там? Кто там? Подождите, это не Билли? А, здесь кот, смотрите. Прям просматривай все. Ребята, я нашла какие-то бумажки. Вот, смотрите, иди сюда. Ребят. Вот. Раз, твои впечатления от игры. Пока я сам. Возвращена тем, что мы ничего не можем. Ребята, бегом, бегом. Давайте, у нас 10 минут осталось. Ребята, быстрее. Ищем, посматриваем все. Я буду. А как в темноте-то? Вот у меня, смотрите. Здесь замок. Как его открыть? Пойдемте. Давайте. Входим. Дайте-ка я вас поцелую. Да давай ему. О, мы сделали это! Ребят, мы сделали это! Победа! После прохождения первого квеста понимаю, что мой мозг работает, ну не знаю, наверное, 0 целых, вообще прям 0 десятых, что я ничего не знаю вообще. И такое ощущение, что я прям даже не жила. И спустя вот эти минуты, которые мы находились в комнате, также осознавала, что если я попаду в какие-то реальные ситуации, очень-очень сложно, я не смогу выпутаться. И надо, видимо, развивать какие-то, что, не знаю, внутренние силы. Еще рано? Я, если попаду в плен, наверное, вот мой выход – это лечь и сдаться. И сдаться. Вот того. Давайте, ребят, послушаем условия. В общем, вы попадаете в психиатрическую клинику, где врачи проводили эксперименты над людьми. Ваша задача выбраться из нее. Вам будет введен препарат, который будет начнет свое действие через 60 минут. Если вы не выберетесь, вы не получите антидот, и препарат начнет действовать, и вы умрете. Мне лучше сразу же лечь и сдаться. Пожалуйста. Уже таблеточка. Надо. Да, таблеточка растворится, можете пить. Это... Никто не знает, что это за таблеточка, может быть, сейчас это юбки прольется, из зуба. Сейчас прольется чья-то кровь. Одна. Я надеюсь, мы не последний раз видимся. Эй. Если просто кто-то не выпилится, знаете, что я вас всех очень люблю. У нас шипит у меня во рту. Съела, что ли? Кстати, такая вкусненькая. Пока во рту. Вкусненькая, но опасненькая. Через полчаса. Мама. Я хочу жить. Это жути. Все это, конечно, не по-настоящему. Да ладно, мы-то знаем, что ты знаешь, что да, первый и последний раз. Вы с нотариусом давно общались? И у них уже не будет. Ребята, если запись сейчас прервется, то нас уже нет. Уже вы, да? Послание для родственников. Послание детям, скажи что-нибудь. Кристиночка, Сашенька, это мама и папа. Мы еще совсем молодые. Возможно, что когда вы это увидите, нас уже не будет. Просто поймали?
всех сексуальный. Интересно. Ой, я хоть посмотрю. Папы психи так. Поехали. Нами делали. Поехали, поехали. Глаза закрывайте. Глаза закрывайте. Глаза закрывайте. Глаза закрываем. Закрывай, не подсматриваем. Не подсматриваем. Стойте, недалеко не уходите. А вы знаете ее актером? Мама! Возьмите антидот, быстрее, а то у вас по-моему, нам бесполезно, нас уже... спасет только... Мы как раз посчитали, что мы уже должны были отсюда не выйти. Не знаю, что нас спасет. Я в крови. Ребят, мне стыдно. Нам очень стыдно. Вам понравилось? Да, понравилось. Нет, второй раз. Двоякое ощущение, на самом деле, когда ты не понимаешь, еще что бы сразу дальше... понимать, что да. происходит, и ты тогда не... бы, да, а то... Ты не понимаешь, что тебе делается, ты стоишь и думаешь, что вот ты вообще ничего не умеешь и ничего не знаешь. В самом начале вот этот вот первый, я не знаю, минут 40 было страшно. Потом, когда мы уже привыкли к этому товарищу, да, и... Когда так более или менее спокойно. Угу. Я понимаю, что мне надо записаться к репетитору. И научить, вернее, изучать, начать математику. У меня вроде бы мысль, понимаешь, она находит. Я начинаю что-то понимать в оконцовке. Вы все орете на меня. И кто-то свои эти мысли высказывает. Там что-то говорит, у меня все сбивается. И я уже ничего не понимаю. Там такая вот... В общем, ребят, не, ну у нас все в чем-то отличились. Ты уже пошел? Давайте. Ну, у нас там живет. Это сложно даже для домовой нас. Человек, это очень да, сложно. Да, сложно на самом деле вот какие-то достаточно непростые задачи. Нам, ну, по крайней мере, нам. Ломбы, кувалды, все бы да. это. Да. Нам понимаешь, что у тебя ограничено время, начинаешь торопиться, мысли куда-то убегают, где-то запаздывают, наоборот. В общем, это просто взрыв мозга какой-то происходит непонятный. На той психбольнице, да, она там взрыв мозга у нее. Взрыв мозга вообще полнейший. На самом деле, декорации здоровские, вообще антураж интересный. Все подсказки спрятаны таким образом, что, в принципе, как бы, ну, их просто не найти. Нужно не то, что там подумать, надо приложить максимум усилий, стараний, чтобы что-то дошло. Я даже еще поделял. В общем, ребята, прошло уже пару часов, может быть, даже уже и больше. Но мы до сих пор не можем отойти от всего пройденного вот этого квеста. От всех эмоций, которые мы получили сегодня. Мы реально побывали в психушке, побывали в заложниках у пилы. Это было супер. Скажите свои еще впечатления, свои эмоции. Там нам таблетку дали. До сих пор прет. Да, вот прошло на самом деле 2 часа, и мы собрались, пьем чай, и потом, чайник, чтобы мы поправили, чтобы мы исправили, чтобы мы сделали, и вообще пришли к мнению тому, что мы хотим снова испытать эти же эмоции, но пусть не в этой же комнате, не в тех комнатах, которые мы были, а в каких-то других, и совершенно другие, не похожие, и придумываем уже нечто свое, вспомнили диггеров, вспомнили катакомбы, лабиринты, все, что возможно. Все, что связано с этой темой, автоквест, велоквест, все, что связано с разгадыванием каких-то шарат, и наша фантазия унесла нас далеко.